первом запуске программы открывается окно с критериями поиска. В этом окне можно по каким-то критериям провести поиск похожих файлов, а также можно просматривать zip-архивы, указав галочкой. Если окно не открывается, нужно дать файл «Новый поиск». Окно должно открыться. Дальше нужно переходить «Сканировать путь». Здесь мы указываем, где должен произвести поиск. Например, указываем «Videos», «Новая папка 5». Нажимав кнопочку «Добавить путь», она перекинется в окно. Здесь можно перекинуть несколько папок или дисков. Диск D, C. И в них будет произвести поиск. Дальше остается только нажать кнопочку «Сканировать». Начнется поиск. Закрыть. И отобразились все наши дубликаты. Выбранные. Например, тут мы оставим. Эти два удаляем. Удаление файлов. Удалить файлы. Окей. Закрыть. Если мы еще раз проведем поиск, то у нас ничего не отобразится.